Сегодня я хотел бы вам рассказать о прошедшем турнире, который проходил 18 августа. Это был фановый турнир от одного из стримеров. Диджей, спасибо тебе за этот турнир, было крайне весело. Сейчас будет видео, в котором показаны игры этого турнира. К сожалению, самую первую игру я не смог записать, потому что банально забыл. Ну что же, начнем. I'm in motion, I'm obsessive like the ocean, I'm relentless. No promotion, still progressing, overdosing on these lessons. And these words my only weapon. Первый пошел геник, первый уже задели, но он уже летит, наверное, геник, видел сурва, спалил. По-моему, это Кракен Буш, я не уверен, конечно, по-моему, это он. Когда минуту задержку, вроде не сильно подпускаю. Еще задний его генератор чинится. Так, первый хит пошел. One else, and I do not need your help. I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself. I can count on no one. Сейчас первый минус будет, это Олег. Юрин, your help. I was told to show, not tell. So watch me. You can't stop this train direction, cause it runs without an engine. But when did I fail to mention that I need all your attention? Oh, Manu, хорошо, отличная обманочка. I ain't here to spit perfection, I embrace my imperfections. I just want all that to come. Спасли только что Олега, но он будет его туннелить. All these words that I've invested, I don't hope that they're impressive, I just hope that they're effective. Yeah. I swear to God, if you want it, then you got to get it. Cause when I'm on my deathbed, no, I will not regret it. You only got one life, one shot, don't let it slip away. Today, get up and make a big change, huh? You decide your own future, a winner or a loser. A headline or a rumor on the bench or a shooter. Superstar or recruiter, defense or prosecutor. Just living a consumer or will you be a if producer? If you have a dream, go capture it, go activate. Get off your ass and take some action, bitch. Start acting like you want this shit. Cause passion ain't compassionate. Too many people want this shit. It's not enough, you're talented. You have to fucking grab it. I'm sick of being adequate. Итак, первая игра прошла вполне неплохо. Причем я готовил себя к тому, что... Олеже не надо крутиться и бегать очень много, просто стелси и чини генеры. В итоге так вышло то, что первый генер я зачинил вместе с Кракеном, и потом ман сразу выехал на меня, и как-то уж так вышло, что я пробегал остальные гены целиком. В итоге, я помню, когда хилился в лачуге, остальные выбежали. Мне сказали то, что у меня 11 тысяч бладпоинтов, если я выйду, будет 17. Мне стало прям очень спокойно, я понял то, что все, я прохожу дальше. Про первую игру что могу сказать? Было крайне весело, потому что все мы, все наши тимы, даже наш маньяк сидели в Дискорде всю эту игру, и мы тупо рофлили. Мы понимали то, что, скорее всего, многие из нас не пройдут дальше, поэтому мы просто ни о чем не жалели. Мы веселились и получали удовольствие. Во второй этап прошли уже я и Кракен, и мы начали играть против Вомчика. Что и как было, вы сейчас... Мейн-клоун, в натуре клоуна. Лол-клоуна, вот вообще, да. Да-да-да. Майерса. Так, смотрим перки. Так, смотрим перки. Нормально, 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 нормально. Ну все, да. Отлично, все. Все отлично, все хорошо. Как это мы можем взять игру за Майерса? Или за свинку? Нифига, просто приехал в Кракена. Пизнамена. Ну, Кракен минус. Да. Ну, даже не знает, кого первого резать. Вот кто ошибся, того и зарезали, в принципе. И да, если кто-нибудь один последний заныкался, то он бы просто не сбежал, потому что этого не будет люка. Да, на финале же выходит, финал же выходит лучше, правильно? Да. Так что там уже будут лучшие сурвы. Ну, мы это посмотрим. Да. И Зука будет, или как его там? На деде катать.
парень анекдот, реально. Шот парит. Слушай, это уже больше, чем остальные игроки. Ой, это Олег отмансил, да? Обычно сразу пилят, а тут... А тут как бы уже получше, да, согласись? Кто-то да. Тут Олег и Кракена не похожи. Слушай, это совсем долго уже. Это дольше, чем все. And I do not need your help. I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself. I can count on no one else. And I do not need your help. I was told to show, not tell. So watch me. So watch me. Так, второй этап мы отыграли против Вамчика и зачинили всего лишь один ген. На нас уже опустилась такая некая дезмораль с Кракеном, но мы хоть все равно прошли, потому что у нас была тактика. Мы решили пройти дальше любой ценой, поэтому мы с Кракеном сидели вместе в Дискорде и продавали наших тиммейтов, тем самым фармя бладпоинты. И да, у нас появилась дезмораль, потому что в финале кто-то по-любому должен был выжить, чтобы победить. В итоге мы решили рискнуть и взять Двайта. По крайней мере, лично я взял Двайта ради его перков, чтобы быстрее чинить. В надежде, что мы сможем вычинить больше, чем один гейнер. А что из этого вышло, вы сейчас увидите. У меня 2 геника, и уже люк будет. Кто-то там уже чинит геник вдалеке. Да, уже починили геник. Чё тут геник? А, это Олег на Двайте. Ноль денег. Кажется, один он отбегает. Тут просто уже Вумчик не фейкует даже. Да, Изук. Изуку первый пошел на слив. Time to even hate, cause I got secret service people from the Vatican approaching, bruh. What you telling me? I'll shoot an apple off your wifey's head and miss and hit the bitch in the head like William Lee. A murderous saint to mention, I pre-kill a Dylan B. Clip on my hip and the chip on my shoulder turned into the monster next to me. Bloodline, Illuminati, 666, lizard people all around me, man. Was he really about to take a trip to North Korea and come back a brand new man? Coming back and found a Dylan and a stand to build a wall to separate me from the stands. Bitches wanna hold my hand, but they don't even know about the demo of my favorite band. Dylan got the stamina to keep it going. 90s baby getting bucked like Pretty Tony. I don't got no time for phony rap baloney. We gon' fuck the bitch and have a ceremony. Mask on face, weapons in my place. 100 million bodies, I'ma concentrate. Anybody with a cheer. Выигрывает этот турнир, я думаю, если сейчас чудо не произойдет. Надеемся на чудо. Смотри, тоже надеется на чудо, а Бумчик не надеется на чудо, то все вот. Так, ну тут уже безысходная ситуация, я думаю. Да. Безысходная ситуация. Как бы ничего не сделаешь. Ну слушай, Дригеника уже тоже неплохо, согласись. Не так ли, ребята? Можете участвовать, попытать свою удачу. Вам никто не мешает этого делать.
Собственно, мы отыграли финал, отыграли мы его снова на часовне. В этот раз мы начали очень бодро, у нас было два генера, когда сдох только один чел. Мы верили то, что мы сможем дать еще ген или как минимум идти в люк. Но, к сожалению, наши планы быстро рухнули. Вамчик нашел меня и повесил. И, не знаю, если бы не моя жадность, я бы не попросил Кракена меня снимать, и Вамчик бы его не распилил. Тогда бы мы могли просто подождать и отыграть от времени. Фасмодей дал бы свой генер, он бы уехал к нему. И тогда меня бы спокойно сняли. Мы отхилились и пошли чинить дальше. В итоге, возможно, из-за жадности мы слились. Сначала упал я. Нет, сначала упал Кракен, потом упал я. Кстати, еще перед моим первым падением организаторы спорили, сколько генов я пробегаю. Дефолт сказал 0 генов. Но, прошу заметить, пока я бегал, прозвучало два сигнала Тинкера, то есть два генера были заведены на 85%. Я думаю, я пробегал больше одного генера. Но так это или нет, не только вам. В общем, когда упали мы, остался только Фасмодей. Мы думали, то, что он сейчас сделает красиво, в итоге, когда Вомчик поднял меня, Фасмодей зашифтил, его было слышно, следы он увидел, и все, Вомчик его нашел, быстро поймал. И потом началось самое неприятное. Он оставил нас всех лежать на земле, тем самым не давая даже шанса на люк. В принципе, его можно понять, это самое правильное решение. Потому что вешать и тем самым упускать победу потенциальную, это глупо. К тому же, как оказалось, Фасмодей потом оказался на спавне люка. Так что, да, Кракен пригорел с этого, но лично я полностью одобриваю решение Вуамчика оставить нас умирать на земле, ибо правилами это не запрещено. Подводя итоги, что хочу сказать. Еще раз хочется сказать спасибо организаторам, это Default и BJ, за такой офигенный турнир. Да, были некоторые недоработки, были ошибки со стороны участников. Все равно было весело. На моем опыте это первый турнир без таких вот прям срачей. И это прям классно, вам отдельный респект. Также хотелось бы сказать отдельное спасибо людям, которые меня прям поддерживали, топили, так сказать. Отдельное прям спасибо, это Анжелика просто лучшая. Топила как могла, потому что, вот вы не знаете, а я весь день тогда просто нервничал, у меня дрожали руки перед первой игрой, и только она меня успокаивала. Что я просто отдельный респект. Анжи, спасибо. Что ж, на этом, наверное, все. Спасибо за просмотр. И да, мы обязательно будем участвовать еще в подобных турнирах. Только на этот раз не с рандомными командами, а в полном составе блинкидов. Это я вам обещаю. Спасибо за просмотр. До новых встреч.